Миша! 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 Поддержка у Михаила не хуже, чем на автогонках. Разогнаться на троллейбусе в ограниченных условиях депо не получится, да и ограничение скорости нарушать нельзя. Но крутить большой руль, представляя его органом управления болидом, вполне. В жилетке цвета фуксия Михаил выезжает на линию старта, проезжает над смотровой канавой, задним ходом заруливает в стояночный бокс, подъезжает к остановочному карману, лавирует между двумя колодцами. Это практическая часть конкурса. Долго готовился, месяц где-то. Самое сложное – это почувствовать, упражнения вот эти вот. Конечно, знать теорию, билеты, ПДД. Ну, в принципе, все, что должен знать водитель, надо иметь. В любом этапе конкурса учитывают время выполнения заданий. Конкурс проводится ежегодно. Цель одна – поддержание имиджа предприятия. Во-первых, это интересно. Во-вторых, водители, принявшие участие, имеют возможность и повысить классность. То есть победители и призеры соревнований повышаем класс. Повышенный класс или категория водителя – это прибавка к заработной плате. Денис Уонос, Антенна 7.